Интернет-магазин panorama.ua представляет холодильник фирмы Samsung RT45TSPN. Тип холодильника – двухкамерный с верхней морозильной камерой. Объем холодильного отделения – 259 литров. Объем морозильного отделения – 100 литров. Класс энергопотребления – А. Система No Frost. Холодильник Samsung с верхним расположением морозильной камеры. Внутри две полочки на дверце. Одна пластиковая разделяет морозильную часть на две камеры. Снизу крепятся контейнеры для холода. В случае отключения электроэнергии температура свежих продуктов замороженных будет до 18 часов. Передвижной съемный контейнер для льда разделен на две части. Нижняя часть морозильного отделения имеет 4 разных по размеру полочки на дверце, цельную полочку для хранения яиц, 3 стеклянных, перенавешиваемых по высоте полочки, нижний ящик выдвижной для хранения свежих фруктов, овощей, в верхней части нулевая камера.